Операция «Золотой орел». Владельца складов Палермо арестовали в Монако. Он оказал отчаянное сопротивление, и его охрана взяла в заложники обслуживающий персонал отеля «Де Эрлета». Задача состоит в том, чтобы спасти заложников и схватить преступников. Леди и джентльмены, мы летим в Монако. И я боюсь, что это дело будет не особенно приятным. Разведцентр отследил владельца палермского склада в монакском отеле и передал информацию в местную полицию. Они предприняли попытку арестовать его, но получили отпор вооруженной охраны. Телохранители открыли огонь по полицейским и взяли несколько заложников из обслуживающего персонала отеля. Сейчас правительство говорит только о том, что эта ситуация наносит ущерб туристическому бизнесу. Меня мало волнует туризм, в отличие от этого дельца, который управлял операциями с химическим оружием в Сицилии. Это означает, что вам необходимо добраться до него и освободить всех заложников. Устраните охранников, но будьте с ними осторожны. Местная полиция сообщает, что у них есть противогазы, так что газовая атака не принесет результата. Но охрана — это не главное. Преступник нужен нам живым. Он владеет ценной информацией, которая особенно интересует разведцентр. В отеле очень много комнат, и для зачистки помещений вам понадобятся светошумовые гранаты. Действуйте быстро и осторожно, если не хотите быть застигнутыми врасплох. Ни один постоялец отеля не должен пострадать. Я буду рад видеть вас, когда вы закончите эту операцию. Мне передали записи о том, что было на складе в Палермо, и документы, связанные с этим делом. Похоже, что там находится такое количество химического оружия, в том числе и нервно-паралитического газа, которого хватит для уничтожения маленькой страны. Но тем не менее, кто бы ни был ответственным за сохранность на складе, он не выполнил свою работу. По меньшей мере, 3 контейнера были похищены. Похоже, что Гутеррес и его друзья связаны с этим делом больше, чем мы предполагали. У нас есть доказательства, что этот склад связан с операциями Госпика в Южной Америке и террористами, с которыми вы имели дело в Милане. Пришло время положить конец этой цепочке. Мы начинаем с владельца склада. Его имя Рикардо Мессини. Он является связующим звеном в контрабанде химического оружия, в котором участвуют Госпик и Гутеррес. Неудивительно, что его не обнаружили дома. Он скрывался в одном из роскошных дворцов на побережье. Полиция попыталась арестовать Мессини, но была атакована его охрана. Мы должны узнать, на кого он работал. Поэтому он нужен нам живым. Сегодня ранним утром полиция провела рейд на склад вблизи Палермо, который подозревался в причастности к контрабанде наркотиков. Окончательные результаты рейда неизвестны, но свидетели сообщают о перестрелке. Мы не можем обнародовать подробности операции на Пакгаузе, заявила представитель полиции Лисия Занолли. Но мы довольны ими и вскоре будем располагать большим количеством ценной для нас информации. Приказы. Ваша задача – схватить человека по имени Рикардо Мессини, владельца склада химического оружия в Палермо. Его телохранители открыли огонь по местной полиции и взяли в заложники нескольких постояльцев роскошного отеля. В отеле относительно мало преступников, но они хорошо вооружены и отлично тренированы. Мессини находится на самом труднодоступном этаже. И чтобы схватить его, вы должны в первую очередь уничтожить его личную охрану. Мы не знаем, где находятся заложники, и вам придется искать их по всему отелю. Блять, опять план, сука, делся куда-то. Так, ладно, давай. Самый Крепков, Богард, Бурка. Так, а этот? А мне ж не... Блять, ну её нельзя нихуя поставить. РПД. Китайцы что? Не, она что-то с глушителем. Да... Да давай возьмём. Потому что у нас, ну, без прицела, блять. Гроза нет. М14 нет.
Ты хуй себе, давай вот эту, какая разница. Глушитель. Этот, ну пусть так будет, пусть так будет, пусть так будет. По форме они все в тяжелом. Так, кислоточивый газ здесь не канает, я понял. Давайте берем дымовой этот, да. Так, у него есть, да, сердцепетли есть. А, похуй. Нормально. Сохранить план не можем, да? Не можем. Сохранен, да? Ну да, вроде. Короче, так не запустится она. Надо через это запускать. Так запустится. Как никого нет? Сказали же, что есть эти заложники, блядь. Ют. Угроза нейтрализована. Ёб ты, сколько их-то нахуй? Угроза устранена. Угроза устранена. Так. Блять, завалено. Какое-то стрёмное помещение, вообще сюда не хочу идти, ну. Показалось. Враг убит. Угроза нейтрализована. Ну ладно, так. Угроза. Хорош. Так. Нормально. Тут есть кто? Что-то кинул. Хуя, они тоже дымом умеют пользоваться, блядь.
угроза устранена. Угроза нейтрализована. Ебать, они газ кинули, да. Танго убит. Повезло, блядь. Думал, заложник сейчас ушатаю, да. Блять, весь сквад пособирал, нахуй. Враг убит. Угроза устранена. Враг убит. Их тут много, блядь. Говорит, мало будет, мало. В итоге, блядь, целая гора, нахуй. Да уйдите. Угроза устранена. Такс. Враг нейтрализован. Нихуя себе, с пулеметами, бля. Враг уничтожен. Ебать. Враг. Враг. Ебанулся, ёбка. Так, сейчас надо дым подкинуть, блядь. Открыть и зачистить. Сейчас. Что это было? Танго убит. Чисто. Танго убит. Еще дверь какая-то. Задание успешно завершено. Заебак. Все кончено. Мы в безопасности. Прошли, отлично. Хуя себе мало, 28 человек. Я только я копнул, нахуй. Мало, говорит, в отеле в этом. Оно и видно, блядь. Ладно, продолжим следующую серию.